Здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть 7 Days to Die с модом Headbangers for Life. И продолжаем разбираться. Я здесь посидел уже по навыкам, пошукал, поизучал, что здесь есть у нас хорошего. И наткнулся на такие дела. То есть нам там за выполнение дали... Ну, во-первых, у нас продолжается здесь сюжетная ветка, нам нужно скрафтить различные семена. Семена лука, морковки и клубники, насколько я понимаю. Дальше у нас есть вот такая вот штука, и меня здесь заинтересовало, знаете, какие навыки. Описания еще и почему-то нету, да, смотрите. Приручение собак. Вот здесь описание должно быть, да, ну насколько это работает. Навык рыбака, навык садовода, глубокая вода. Это, наверное, нырять надо, да? И куча таких вот навыков, которые есть. Навык владения пулеметами, насколько я понимаю. То есть это вообще круто. Всякие разные такие дела. Но в любом случае мы сначала будем прокачивать вот это вот дело. 25. Хотя нет, первое прокачивается у нас при Scavenging 1. Потом на 25. Фу, я вообще не то смотрю. В общем, это добавляет 25, 50 или 100 очков качества к найденным предметам. Как-то вот такие дела. Так, в принципе, дерево забираем и выдвигаемся на поиски приключений, да? Смотри, зомби сдох. Как он здесь сдох, я, честно говоря, не знаю. Я их не трогал, не бил, не видел. Так, давай посмотрим карту. И вот, кстати, дорожка начинается, по которой мы можем с вами двинуть дальше. Подожди, что-то я заблудился. Назад нам нужно. Вот она дорожка, господи. И там трактор стоит. Смотри-ка, чё. Целый трактор. Мне нужны перья еще на стрелы. Хорошо, 15 перьев. Сразу же заказываем стрелы. Это неплохо, да? Трактор. А трактор в поле. Тыр-тыр-тыр. Стальной наконечник. Так. Давай. Ну, текстурки, конечно, так себе. Но в целом пойдет. Ой, уже бежит, родная. Прям... Торопится. Не успеет прям, а? Ты посмотри. Так, вот эту вот хрень мы разбираем, получается, да, и получаем жир и монетки. Все, пошли. Вот пшеничку соберем по дороге. Из пшенички наверняка какую-нибудь хавку можно готовить. Со всех сторон зомбари орут. Зомбари орут, но никого не видно, да? Вон свинья, кстати, смотри. На камень забралась. Это горная свинья. У которой в родне были горные козлы, наверное. Еще какой-то домик. Имеет смысл зайти, по кухне поковыряться. Как я ее? Взяли? Так, вот это берем. Хавку берем. По максимуму стараюсь лутать всякую хрень для того, чтобы у нас прокачивался навык скавенджинг. То есть нужно вообще все подряд лутать. Так, рецептик какой-то был. Опа, а что я сделал? Подожди. Подожди, что я сделал? Не совсем понял, но... Ладно, окей. Так, еще немножко отступим. Так, вот это скрапаем. Military Leg Armor. Военная защита для ног. Прям сразу же, да, нам? Лежать, говорю. Ну-ка. Смотри, действительно нам дают эту хрень. Ну-ка. Скреп. Так, этим мы сможем починить, если что, какую-нибудь пушечку, да? Ну-ка, давай.
Военная защита для ног. Во, пойдет. Плащ-то мне навряд ли пока что нужен. Хавка пригодится. Таблеточки, наверное, пригодятся. Не знаю. Пошли. Вперед. Так, это что за камыши? Что такое? Сахар. То есть это у нас сахарный тростник, что ли, получается? Слушай, не знаю. Ну, в общем, мы добываем какой-то типа сырой сахар. Ну ладно, посмотрим. Посмотрим. Пошли, тут еще вот пшеничка есть. В домик надо заглянуть, по ящикам пошариться на предмет, как я говорил, поиска котелка. Это бы сильно облегчило бы мои такие, скажем так, поиски и выживание мое. Вообще бы это все дело сильно прям облегчило. О, привет. Ага, ты какой красный-то. Так. Вот это забираем, это тебе оставим. Так, перья мне интересуют. Перья, перья, перья. Стрелы. А тихо, нет. Ух ты ж, ёб твою, ты кто? Фу ты. Ух, по тени только запалил, что сейчас по соплям получу. Ты кто, блин? Охренеть. Пари мне еще. А шустро ходит, смотри. Бежим. Ты смотри, как она шустро бегает, а? Тварь. О, упала, упала, упала. На тебе, падла. Сдохла? Нихера себе. Вот эта туша. Вот эта туша. Это я понимаю. Да чтоб тебя, вот прям уже в голову ровно стрелял, да? Готово. Так, это мне не надо. Вот это, пожалуй, мы заберем. Это тоже заберем. Хлопок, ну, куда-то он, по-моему, пригодится мне там для кровати, либо еще куда-то. Вот это заберем. Да ладно. Это что такое? Подожди. Томаты? Серьезно? То есть томаты у нас вот так вот добываются. Пойдет. Пшеница. Нифига себе здесь развлечения-то какие. Чем дальше, тем веселее. Так, а у меня есть бананы? Банана. Сейчас топорик сломается уже. Но чем чаще крафтим топорики, тем лучше. Крафт. Это сразу скрапаем. Нахер. Пойдет. Так. Самое главное, чтобы никакая тварь нас вот здесь не подкарауливала. Хотя здесь прятаться вроде бы практически негде, да? Давай полутаем. Вот это сразу скрапаем. Так. Куды? Я думал, может быть, какой-нибудь пистолет толчковый, знаете, будет. Нет? Свечку можно тоже забрать для освещения, но вроде бы все норм. С факелами, да? Так, банки пустые. Блин, вот столько всего надо. Давай пока жир выкинем. Хорошо. О, вот это мне надо. Так, смотрим, что нам нужно.
Давай, наверное, вот это сожрем. Хорошо. Вот это сюда, и пустые банки, куда бы нам поскладывать. Так, красные цветочки, я думаю, в ближайшее время нам не понадобится. Забираем банку. Так. Не, ну то, что котелок есть, это уже замечательно. Это прям уже замечательно. Мы сможем всякую хрень готовить. Еще бы гриль бы какой-нибудь найти. Было бы прям вообще красота. Так, ну в принципе здесь все, да? Погнали. То, что я хотел, я нашел. Погнали. Котелок нашли. Все нормально. Вперед. Походим, посмотрим, что у нас дальше здесь имеется. В идеале бы какую-нибудь асфальтовую дорогу бы мне найти. Прям вот вообще было бы прям не слабенько так. Это их колбасит, бедняк. Давай, может, бананов насобираем. Вроде неплохая хавка. С водой тоже несколько банок есть. Так что, в принципе, все неплохо. Ну-ка, где-то там. Интересно, убьет его? Банановым деревом, нет? Блин, чуть самого себя не убил. Это было бы смешно. Если б... Уйди нахер. Так, дорога. Хорошо, и вон там виднеются дома какие-то. Вот эта дорога, это очень хорошо. Это прям вообще прекрасно. Чтоб тебя, чтоб ты сдох. Ты когда уже... Ты смотри, какие живучие твари. Блин, смотри, че. Не влазит уже. Столько добра тут он заводил себе. Дубинка вот нахер не нужна. Плащ не нужен. Вот это скрапаем. Это тоже выкидываем. Это тоже выкидываем. Так, хорошо. Подожди. Подожди. Так. Погнали. Это скреп. Это скреп. Это скреп. Видели, да? От этого. Да блин, не закрывай ты мне его. От гранатомета была штукенция. Вроде готово. Да-да-да. Сейчас же. Два раза. Все? Отлично. Отлично. Так. Дальше. Вон там какие-то дома есть у нас. Пошли в ту сторону, прогуляемся. Пшеницу забираем. Пирогов, черт возьми, напекем, да? Будем сидеть и пироги жрать. Слушай, тут такой неплохой домик. Я смотрю, вон там бананы у нас растут. Вот здесь бананы растут, пшеница. О, это яблоня, что ли? Только сейчас понял. Подожди, а у меня стрел-то нету. Блин, мадам, вы не могли бы как-нибудь... Да-да. Падла. Падла. О, смотри, топориком-то как... Видали? Видали, как топориком-то по-резкому? Может, имеет смысл попробовать потюкать топориком их? А чё, заодно и прокачаем этот, да? Давай. Бананочки. Смотри. Яблоки. Тыблоки. Пойдет. Так, вот эти вот всякие штуки собираем. Не знаю, из них какие-то витамины крафтятся, которые дают нам какой-то буст. А вот какой, я что-то еще пока до меня не дошло. Так. О, 20 перьев, ништяк.
Кто где рычит? Я же там с теткой с какой-то бился, да? И хотел, чтобы она свалила. Как раз таки для того, чтобы гнездо освободить вот такое. Это залутал. Прикольно. О, сейчас будет у нас куча стрел. 24 штуки, прекрасно. Что, внутри дома вот? Серьезно? Привет. Сейчас еще тачки попробуем залутать. Ну-ка. Опа. Тихо. Смотри, как мы ему накидываем. На тебе, падла. Опа. Завалили. Ты сдохни, тварь. Толстая. Готов, смотри. Так что топориком-то можно воевать, я смотрю. Слушай, дешево. Дешево и сердито, да? Дешево и сердито. Вон там они, смотри, бегают. Твари. Выбралась скотина. Иди сюда. Пью. Готово. Хаванина. Жрем. Это забираем. Прекрасно. Ну, такой неплохой домик, в принципе, да? А я... Ты чё, падла? Ну-ка, тихо. Тихо. Еще одна. Да ладно. Да хорош ты. Хорош. Пошел вон. Фух. Опасно это все. Прям вообще опасно. Надо бы, наверное, таблеточками закинуться. Табусами какими-нибудь. Готов. Готов. Так, есть. С этим, с одним разобрались. Смотри, как Фредди Крюгер, да? Местного разлива. Да блин. Вот поначалу с этим луком так все долго. Смотри, я еще как стреляю, что-то тороплюсь. Давай, вот так вот. Ну, ну. Там с дома, смотри, толстый. Вышел. Вышел толстый из тумана. Все. Ой, да нет, я ж пошутил, что ты вот прям... Я не знаю. Да как ты так? Ты еще не успел замахнуться. Упоротый, просто упоротый, да? Смотри. Вот стреляй прям в голову. Такое впечатление, что у него с Коллинж-моделью что-то не то. Откуда вас, твари? Набежала. Все, что ли? Стрелы закончились? Эй, не лагу игра. Тихо. А типа, падла. Получи, получи, получи. Получи. Они там друг друга не бьют случайно? Тихо. Да блин. Смотри, прям кидаются. Видели? Жесть какая. Но тем не менее, у меня спальничек лежит. Это неплохо. Давай. Встаем. Мы потеряли только то, что... Ну да, еще минус... Минус 10 здоровья. Вот это не очень круто. Даже не минус 10. Сотка у нас, по-моему, здоровья была. Стало 89. Так, вон там наш рюкзак.
пошли. Пока бежим, насобираем всякой фигни. Все, выдохся. Тири-тири. Тири-тири. Стоунекс. Что надо? Камни надо. Две штуки. Одна, две. Хорош. Олени ходят. Еда. Мясо. А где топорик-то? Прекрасно. Вперед. Еще один топорик можем скрафтить. Знаете, падла. Готов. Слушай, а смотри, там где-то олениха я видел, ходила. Вон она, смотри, пятнистая такая. Смотри. Прикольно. Неужели текстурки, наверное, прогрузили все-таки? Хорош, пошли. Сейчас надо барахлишко наше забрать. И, наверное, как-то этот домик укреплять. О, блин, опять эта кобыла. Так, потихонечку, полигонечку. За своим шмотом. Без лука вообще ловить нечего. Можно, конечно, закрафтить еще один. Хотя это и надо сделать так-то, если разобраться. По-хорошему совсем. Давай. А на все остальное 4 стрелы. Целых 4 стрелы. Охренеть, да? Крутяк. Ну, по крайней мере, парочку-то мы должны замочить. Оп. Особенно если не промахиваться. Оп. Готов, по-моему. Так, есть. Башка твоя где? Падла. Все. Так, все, этот отъехал. Да, сдохни. Так, скреп, скреп, скреп. Металл нам пригодится для укрепления дома. Пошли. Вперед. Нам нужны наши вещи. Так, этот был покоцанный, да? Хорошо. Где наш рюкзачок? Перышки. Вот это вообще не помешает. Так, и наш рюкзак. Вода сюда. Еда сюда. Вудфреймы сюда. Бинты, естественно. Ножик. Ну вот это нахрен не надо, да? Просто выкину, чтобы... Ну, чтобы этот рюкзак исчез с мини-карты. Погнали. Время 15:10. Я сейчас все время потрачу на то, чтобы укрепить этот домик. Что не очень классно на самом деле. Но тут 1000 прочности. Капец. Но с другой стороны можно дорубить. Но здесь будет у нас 276 дерева, да? Пошли зайдем. Так, давайте. Мне нужно... Кто где? Привет! Оп! Готов, падла. Это хорошо. Так, пошли потихонечку. Факела. Один сюда сразу. Что?
чтобы понимать, что у нас здесь творится вообще в округе. Так, ну в гараже чисто, да? Вот здесь сразу я срублю лестницу. Ибо нехрен им лазить здесь. Пошли. Ни черта не видно. Так, факел сюда. Факел сюда. Прикольно висит, да? Факел сюда. Хм. Крутяк. Ну давай, например, еще факел вот сюда вот к ним. Пускай освещает. Так, с чердаком вроде чисто. Там дверь есть, но дверь эту придется очень долго ломать. Поэтому пошли пока по проломанным. Так, дверь закрыта, да? Стекло. Не нужно. Так. Куда? Шмотки, может, какие? Каска. Прекрасно. Каска это вот то, что доктор прописал. Это выкидываем. Ну, по-любому лучше, чем мои, да? Выкидываем. Это выкидываем. Хорошо. Что еще есть? Это берем. Жратва бы не пом... О, да. Ключик. Это тачки разбирать. Крутяк. Кофе. Пускай лежит. А вдруг пригодится. Еще какие-то витамины. Антибиотики. Давай захаваем сразу. Вот это очень хорошо. На металл разберем. Порожняк. 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 Что, даже еды не будет? Порожняк. Так. Ну, на кухне, в принципе, чисто, сухо и комфортно. Ладно, здесь разобрались. Давай на всякий случай здесь оставим освещение. Ну, мало ли, чё. Вот так вот. Все. Хорошо. Так, еще штучек 10 факелов. А то, знаете, ночью здесь будет вообще не гламурно. Так, есть. Блин. Где проще сломать-то? Да, здесь будет нормально. Давай-давай-давай. Быстро. Хорош. Так. Стек-найф какой-то. Слушай, ну пойдет. Вот это выкинем. Какие-то улучшенные... Подожди, а чё? Репер-то мне не надо. Я чё сделал? Короче, скрапаем. Вот это тоже скрапаем. Все, хорошо. О, рецептики. И сразу топливо. Превосходно. Мы умеем делать топливо. Это не может не радовать, да, ребят? Грязная вода. Подожди. Так, здесь, в принципе, все обыскали. Там все обыскали. Вон там еще, смотри. И здесь, насколько мне не изменяет память, в таком расположении, где-то вот здесь вот сейф, по-моему, должен быть. Сейчас глянем. Ну, сейф я... Нет, нету сейфа. Сейф я, если... Будет, я его до самой ночи колотить буду. О! Пойдет. Рецепты я вообще уважаю. Так, хорошо. Фара работает. Лампа фара. Даже телек можем поднять.
Раньше, по-моему, большой телек не поднимался. Его надо было только ломать и что-то с ним там делать, да? Так, ну хорошо. С этим домиком мы разобрались. Теперь мы можем навыки постоянно улучшаются. Набрать кучу дерева, набрать кучу камней, накрафтить стрел. И что мы еще? Чего мы еще можем полезного сделать? Так. Я прям даже не знаю. Ну, в любом случае, здесь засиживаться тоже не вариант. Также переночуем, наверное. И двинем дальше. 32 градуса по Цельсию. Дроп 564. Нормально. Давай бананков возьмем. Заодно деревяшек наберем. Хорошая еда. Восстанавливает вообще. Так, а перец что восстанавливает? Он тоже никаких минусов не дает, да? Но банан вроде порезче. Лук тоже все дает. А вот ягодки, смотрите, больше к этому. Жажду больше пополняют, да? Да, смотри, бананки. Больше еду. Круто, круто. Ну, в принципе, уже темнеет. Мне бы еще вот таких вот гнезд бы побольше насобирать. Так, есть. Давай небольшой кружочек вокруг дома сделаем. Ты один? Тихо. Фредди Крюгер, чертовый. Тебе бы еще шапку и когти. В самом деле. Это сдохнет, тварь. Готов. Так. Еще надо. Что-то где-то... Перья. Еще 10 перышков. 10 перышков это 10 стрел. 10 стрел это в общем и целом 3 уничтоженных зомбаря на безопасном расстоянии. Это круто. Так, пшеничку забираем. По-моему, это была морковка. Не знаю. По-моему. Не вижу больше ни черта. Вот. Так, хорошо. Уголь не знаю. У нас, в принципе, угля уже хватает, да? Можно и печки топить, и все, что хочешь делать. Время 19:33. Ну, я думаю, что эту ночь мы проведем достаточно спокойно. Единственное, что меня угнетает, ребята, знаете что? То, что на седьмой день придет орда. А до сих пор ни черта не готово. То есть даже ни место я не выбрал. Ну, в общем, вы поняли. Надо подготавливаться к приходу орды как можно раньше. Но это в любом случае будет куча дерева, куча шипов. Первую ночь так и будем отбивать, потому что я сильно сомневаюсь, что мы найдем какие-то рецепты там стоящие. Но мне помнится кувалда. Кувалда — оружие победы. Прям вообще неплохо так раздавало. У нас сейчас заодно и прокачка навыка идет. Как бы неплохо это все. Это прям совсем неплохо. Потом нам нужно будет скрафтить мини-байк. Так, а что у нас по дереву? 613 камней. 11 штучек. Нам лучше тогда не это долбить, нам лучше найти камень какой-нибудь. Какой-нибудь камешек бы надо. Причем не такой здоровый.
Да хорош, серьезно. Да пропустите меня. Так, ладно. Вот такие камешки мне нужны. Их быстрее разваливать, заодно с них металл дают. Смотри, долблю, просто тупо металл идет. А где камни-то? А камни на... Ух ты ж, тварь! Да, блин, еще не хватало от тебя сдохнуть, мразь. Смотри, мне опять на единицу уменьшили. Вот тварь. У меня места, наверное, под камни нету, да? Да, смотри, сразу камни пошли. Надо вот это дело развалить. Ого, поднял. Они, оказывается, просто вываливались. Забыл, что можно на кнопочку Е нажать, подержать, и все, что рядом валяется, оно собирается. У нас, смотрите, здоровья вообще нету. Давайте витаминки, что ли, сожрем, я не знаю. 88 хп максимум. Это вообще не круто. Прям вообще не круто. И вот это В плюс 50, это что такое вообще? Может, еще одну сожрать? Не знаю. Вот это что такое? Маленькие витаминки. Ну-ка. В плюс 20. А еще. В плюс 20. А еще. Ну-ка. А еще. Короче, ничего не происходит. Я, честно говоря, надеялся, что будет какой-нибудь баф, либо здоровье у нас как-то прибавится. Я просто помню, что в простую, когда я не модовую 7 Days играл, там, когда витаминками обжираешься и бегаешь под витаминами, у тебя постоянно растет максимум ХП. И это очень круто на самом деле. Так, у нас 20 минут до того, как у нас здесь все потемнеет нахрен вообще. Давай. Кстати, молоточки уже 15 левела. Что не может не радовать. Вообще замечательно. Ну-ка. Так, все, пора дергать. Пора дергать. Домик подсвечивается. Все. Оп. Так, отлично. Здесь нам нужно сделать вот такую штуку. Хэтч, по-моему, называется. Да, вот он. Крафтим. Давай. Быстро. Так, как эта хрень будет? Ну-ка, подожди. Не понимаю. Вот так, по-моему, да? О, неплохо. Пойдет. Так. Ну давай металлический сделаем. О, все, смотри. Слушай, прям темно становится. Меня чует. А что у меня такого есть? У меня вонючего вообще ничего нету. У меня реально вообще ничего вонючего нету. И там, похоже, полный трындец какой-то, ребята. Насколько я слышу. Так. Как эта хрень называлась-то? Подожди.
долбанный спальник, как он назывался? Бедрол. Не хочу больше бегать никуда. Я его вот здесь вот его брошу. Это у нас будет еще одна точка маршрута, где мы отметимся. Ну вы слышите, что там творится? Что-то как-то слишком крутовато для какой, для второй ночи. Вот сюда положу, все. Даже если нас замочат, это будет не так страшно. Вы слышите, что там происходит? Сходит. Мы вроде пока undetected. Так что все нормально. И тут сейф. Сейф — это хорошо. Здесь тоже дырочку пробьем, чтобы вообще все гламурно было. Так. Вообще шикарно. И отсюда бы еще какой-нибудь выход сделать. Смотри, нас иногда чуют. Ну, в общем, как-то вот так, ребята. Все, а мне здесь придется... А слушай, топорик-то усилили, да, смотри. Гораздо резче бьется, чем тогда, когда мы его только-только начинали играть со всякими вот этими вот сейфами и прочей херней. Ну, приходилось реально долго мучить этот сейф. А здесь, смотрите, он достаточно лихо идет. По десяточке слетает с него. Прекрасно. Все, ребята, я буду ковырять этот сейф, а мы с вами увидимся в следующей серии. С вами был Серега. Всем счастливо. Всем пока.